Всем привет! Наконец-то настал этот день, когда я покажу все элементы оснастки в работе. Наверное, час я потратил, чтобы все вот это сконструировать. Всякие обрезки труб квадратных, прямоугольного сечения, круглого. Находил, чтобы все это дело разложить, сделать такой стенд. Так, начнем с краю стола, наверное. Здесь крепятся добавочные плиты с торца стола. Я просто закрепил на один для демонстрации. Как бы надо, по идее, на два крепить, чтобы все это надежнее было. Ну, сейчас уже даже на одном болте все это крепится, быстро зажимном, и нормально. То есть никуда уже не сместится. Эллипсные отверстия на добавочных плитах помогают выставить плиту ровно по высоте, в зависимости от того, какой стол идет, толщина стола. Так, две добавочные плиты. Их всегда рекомендую брать парно, потому что какая бы ни была конструкция, как бы она имеет все равно две точки свеса. Ну, вот в данном случае, то есть одна, наверное, точка. Вот так вот. Взял трубу метра полтора для примера. То есть, типа, вот у вас деталь свисает. Все равно, какая бы ни была деталь, как бы добавочные плиты только частично могут помочь. То есть тут уже надо какую-то опору. У нас есть козлики специальные в прайсе. Посмотрите, ну, просто сейчас не собрал я его, поэтому не могу продемонстрировать. А так, здесь можно разместить козлик и также всякую оснастку на него крепить. Здесь поджали струбциной. Тут вот взял обычную трубу. Просто симпровизировал упор сюда. И вот такой вот плоский угол под 90 градусов сюда. Здесь тоже эллипсное отверстие помогает спозиционировать. Далее. Всем рекомендую сразу же тоже брать вот такие вот упоры 120. Крепить с торца стола. Это я уже показывал. Есть видео в профиле, можете посмотреть. То есть вот такой кондуктор, все равно какое-то изделие тоже в большинстве случаев имеет, ну, угол 90 градусов. То есть эти упоры помогают заведомо выставить угол, деталь никакая не свалится. То есть сюда упор, здесь вот под углом выставил, чтобы от труба не уезжала никуда. Все, на быстро зажимные болты. Далее, просто для примера положил вот этот угол 280-й. Я даже достать его сейчас не могу. Вот так вот. То есть он тоже служит как ограничителем, кондуктором, скажем так. Все вот эти элементы есть такие. Они вот очень удобны именно для того, чтобы делать упор в угол. То есть таким вот уже не получится четко зажать, закрепить. Вот таким без проблем, с закругленным краем. Далее здесь тоже симпровизировал такие вот упоры. Их можно подрегулировать как надо, выставлять. Угловые упоры с одним отверстием. Тоже, опять же, служат ограничителем. Подвели деталь, все. Все четко стоит, под 90 градусов. Так, далее, поехали. Горка такая. Или лесенка, называют ее по-другому. Просто на два бочонка закрепил. И, к примеру, пластина какая-то, выставляете ее. Здесь шаг 10 мм. То есть можно так, можно ее развернуть в другом положении, там шаг маленько изменится. К примеру, так. Добавочную плиту можно использовать как для того, чтобы нарастить рабочую зону стола, так и вертикально. То есть тоже сюда что-то можно крепить. Вертикально использовать 400 мм высота. Далее, вот этот элемент угол. На него я закрепил держатель для труб. Тоже на быстрозажимный болт. Здесь все вровень, ничего не упирает. Ну, к примеру, вот так. Нужно приварить трубу к этому основанию. Точнее, сперва вот это основание выставляете как надо. Привариваете к этой трубе. Затем сюда это, и тут идет сварка. То есть вот так вот. Далее, угол крепежный. Про него я тоже показывал. Здесь на быстрозажимной болт. Здесь трубцина в угол, четко, все. Держит заготовку. Также упор 165 сюда поставил. То есть можно использовать его так вот еще. Именно некоторые элементы, к примеру, вот здесь мы не можем закрепить, потому что труба мешает.
То есть именно вот эти элементы длинные. Такого плана можно размещать вот в этой плоскости, чтобы не было. То есть видно, сейчас вот идет, например, ну, вот перекос небольшой, потому что одна точка опоры. На две разместили, все закрепили. Тут поджали, тут струбцию на вертикально можно поставить. Она будет зажата. Далее идет угловой упор транспортер, про него я показывал тоже. Установили нужный угол, деталь подвели. Все четко. Так. Держатель для труб. То есть вот такого формата. Он идет с развернутым углом. То есть он не годится под профильные трубы квадратного сечения, потому что угол развернутый. Вот этот вариант, он именно служит для того, чтобы можно было положить трубы круглого сечения. То есть вот так вот. И так можно использовать. И также вот такие детали. То есть она лежит, никуда не болтается. Обратите внимание, что здесь я просто установил на бочонок именно для оснастки. Он не высокий, то есть что не мешает заготовке. То есть вот такие бочонки. Про них я тоже все показывал. То есть они служат как упоры для изделий. То есть вот так, к примеру. Это вот для оснастки. Он именно удобный, как и в этом случае. Не мешает заготовке, потому что невысокий. То есть закрепив по центру, или как угодно, можно вращать, например, обварить, что-то поставить. Например, с этой стороны, с другой. Так, далее. Угловые упоры есть с одним отверстием, с тремя, с четырьмя. Я просто, опять же, показал один из вариантов использования этих элементов. То есть в данном случае идет упор, он просто повыше и держит деталь, чтобы она не сваливалась. То есть сюда не съезжал никуда. Также закрепил на быстрозажимной болт. Здесь струбцина. Держит профильную трубу под нужным углом на наклонной площадке, которая также регулируется под нужным углом. То есть транспортир, который в плоскости работает, и который наклонная площадка, которая работает вертикально. То есть в плоскости мы это уже не сможем как-то стоя поставить. Именно для этих целей служит вот это. Очень много применений у нее. Можно под 90, под 45, под любым углом разворачивать. Также, если ее положить на бок, можно тоже в плоскости работать с этим элементом. И, например, угловой упор, 4 отверстия. Здесь я использовал обычный вот такой вот зажим. То есть, например, вот эту площадку, металлический лист. Надо также все к нашей импровизированной вот этой заготовке. То есть приварить вот так вот. Я на один поставил, но лучше использовать их. Пока в сторону. То есть лучше использовать их два, чтобы опять же не было никакого смещения, перекоса. То есть так установили. Эллипсные отверстия помогают подрегулировать как надо по вылету. Тут у нас механический прижим. Про него я показывал. То есть положили деталь, зажали, все. Если таких изделий, например, несколько, то удобно, разместив один раз все вот эти детали, потратив, например, полчаса-час. Не надо каждый раз потом мучиться с выставлением каких-то углов. В общем, все это для удобства. На самом деле, очень много быстрозажимных болтов потребовалось, чтобы все это, и вот таких вот бочонков, и упорных, и для оснастки. То есть где-то я комбинировал, ставил быстрозажимной болт, просто упор, чтобы не было смещения, перекоса. Так, перейдем сюда. Здесь опять же держатель для труб. Взял трубу побольше диаметром. То есть все лежит удобно. Разместив несколько, можно между собой стыковать трубы. Так, есть вот такой элемент, кронштейн. То есть в отличие от добавочной плиты, у которой одна рабочая плоскость, две. Ну, это как бы не рабочий, вот рабочий считается. Есть вот этот угол, у него уже боковые рабочие зоны появились еще. И кронштейн, у него есть раз, два, три, четыре, и даже вот здесь 5, 6, 7 рабочих частей, рабочих зон. Упоры есть, я уже показывал, 120 и есть 130. Они не сильно отличаются, в 10 мм разница, и у 120-го прорезь, вот это эллипсное отверстие во всю длину идет.
у 130 упора наполовину только. Принцип один и тот же. Каждый по себе выбирает свой. То есть я также здесь симпровизировал. Типа у нас какая-то труба идет на, ну, на высоте, на уровне. Здесь может подкладывать что-то. Здесь зажал с трубциной. И приставил еще одну трубу, уперев ее вот в эти упоры. То есть здесь четко угол, здесь четко угол. И, к примеру, можно здесь, ну, уже производить сварку. С трубциной тоже обратите внимание, какой маленький ход. Даже его достаточно, чтобы закрепить деталь. Тут я использовал струбцину, разобрав ее на две части. То есть одну часть я поставил сюда, чтобы закрепить от смещения. Ну, правда, еще бочонок поставил. То есть можно даже ее вот использовать вот так вот, чтобы эта деталь никуда не уезжала. То есть она уже все никуда не сместится. Но для лучшей фиксации поставим, чтобы не было, опять же, никакого перекоса. Вот. То есть вот этот шток идет от этой струбцины. С этой стороны все это выглядит вот так вот. Площадку я не стал крепить. Опять же, чтобы тут, ну, струбцины лишние как бы не ставить. И так все понятно. Здесь все фиксируется. Переставляется как надо по отверстиям. Здесь так. Механический режим. Вот тут эта площадка. В принципе, я показал все основные ходовые элементы. У них это не значит, что, например, что я вот эту деталь поставил так, и она применяется только так. Нет, у них очень много. Это нужно уже, ну, я говорю, брать на примере какой-то детали и смотреть, какие элементы использовать именно под нее. Потому что вот у этой детали очень много применений, кроме как просто по 90 градусов четко поставить ее. Вот эти вообще тоже очень прикольные детали. Также их можно с торца крепить, выставлять упоры. Одни из самых дешевых, поэтому я думаю, в ближайшее время, наконец, выделю под себя день и наберу как раз набор оснастки стартовый, который прям обязательно к покупке буду рекомендовать. И по мере там уже нарастания. То есть будет простенький набор, более продвинутый и максимальный, в который будут входить самые там навороченные элементы, такие вот. Так, ну, в принципе, я все показал. Есть детали, которые я не задействовал. То есть это вот такой вот угол. Есть вот 140-й, есть 280-й. Принцип один и тот же. Его просто можно использовать как угольник, например. То есть чтобы мы знали, что деталь вот эта относительно этой стоит под 90 градусов. Просто приложили, посмотрели. Здесь нет гарантии, что здесь 100% прям 90 градусов. Эта деталь вырезана на лазере. Она не поверочная, то есть можно только как бы визуально простенько ориентироваться. Упор 120 на 120, тот же самый принцип. Можно тут 90, здесь 45 смотреть угол. Да, он уместится. А у нас тут не по 45 запилено. Ну ладно, тоже. И эксцентрик поджимать изделие. То есть, опять же, тип кондуктора служит. Я все эти элементы оставлю и выложу это видео. Посмотрите, скажете, может, какие-то вопросы есть. То есть, завтра я могу его дополнить, добавить по интересующим моментам. Пожалуйста, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. С вас лайки.